какие материалы нам понадобятся. Более подробно вы можете ознакомиться, конечно же, в чек-листе, но давайте подготовим для начала акварель. Это, естественно, самое важное. У меня сонет 24 цвета. Также нам понадобится водичка для акварели, кисточка с тонким кончиком. У меня синтетика, размер подойдет 3-4. Конечно же, карандаш и резинка. И еще белая краска. Белая краска, гуашь или акрил. Также нам понадобится бумажный скотч, или кто-то его называет малярной лентой еще. Он отлично создает рамку красивую, плюс у нас не топорщится лист. Нам понадобится акварельная бумага, у меня это палаццо, очень мне нравится эта склейка. Чем больше грамм на метр, тем лучше для нас. Плюс и тут еще хлопок в составе. И все это стоит 362 рубля за 20 листов бумаги. Палитру можно использовать как какое-нибудь блюдце или керамическую специальную палитру, или можно использовать просто на бумаге, смешивать цвета. Только в одном пейзаже понадобится черная ручка. Сейчас я покажу, как выбирать правильно гелевую ручку или линер. Самое главное, чтобы линер и ручка были водостойкими. Если нанести линии и сразу же их намочить, то они не успеют высохнуть и будут растекаться. И такое может случиться даже с линером, как у меня здесь. А если дать высохнуть, то некоторые ручки, например, обычные гелевые, могут быть водостойкими, как, например, здесь. У меня ручка не растеклась, так что проверяйте свои материалы. Белую гелевую ручку можно ставить в блики или исправлять подтеки краски. Начинаем нашу работу с композиции. Давайте разделим лист пополам и найдем место для нашей елочки. Оно будет не посередине, а чуть-чуть справа. А внизу чуть-чуть отступаем, у нас будет линия снега здесь. И две линии рисуем, два холмика. Они будут разные, один будет больше и выше, другой меньше и ниже. И наметим наш Млечный Путь. Он у нас будет идти, наверное, слева направо. Да, вот такой вот будет Млечный Путь. А внизу по холму у нас пойдут елочки. Да, вот примерно как-то так. Внизу вот здесь будет много маленьких елочек на разном уровне. Ну что, давайте перейдем к нашему чистовому варианту. Мы обязательно не давим на карандашик сильно, примерно намечаем, где что находится. Делим листик пополам, примерно намечаем здесь нашу елочку и примерно ее рисуем уже с веточками. Примерно вот такими корявыми линиями, неровными, мы намечаем ее форму. Она у нас в форме конуса. Затем мы начинаем на нашей елке формировать веточки. Точнее, не сами веточки, а именно форму снега, которая нависает над веточками. Примерно вот такие снежные ветки мы делаем. Их 3 штуки, одна сбоку, другая посерединке и третья, которая смотрит в другую сторону. Они разных форм и немного нависающие. Еще раз расскажу и покажу, почему именно так веточки располагаются. Мы видим всего лишь в 3 направлениях, как растут к нам ветки. Но это сбоку, посерединке и с другого боку. И, соответственно, вот эти вот шапки снега нависают на наших ветках. А ветки, если вы помните, они немного похожи на какие-то ручки или грабли, не знаю, вилочку. То есть наши опушки снега повторяют эту форму, форму веточки. Поэтому мы рисуем именно так. Теперь смело можно брать линер и нарисовать пару елочек на заднем плане. Можно просто палочки поставить, а можно прорисовать их. Елочки на заднем фоне можно особо не прорисовывать, так как они на заднем плане.
и достаточно мелкие. Можно вот такими вот зигзагообразными движениями примерно их намечать. У нас линия центра – это наш ствол, и на этот ствол мы насаживаем наши веточки. Можно просто какими-то такими элементами веточек нарисовать. Не обязательно прорисовывать каждую веточку, и это не должно быть одинаково смотреться. Если вы каждую елочку нарисуете по-разному, будет смотреться интересней. Затем нам нужно обвести эти веточки на елке. Мы их оставляем не закрытыми. Обратите внимание, мы их только снизу прорисовываем. Вверху мы их не закрываем, то есть они остаются у нас открытыми. После того, как мы обвели все, мы стираем лишний карандаш, чтобы его больше не было. Далее мы уже будем приступать к покраске акварелью. Я использую формопласт, но можно также просто резинкой стереть. Готовим краски, сейчас будем именно покрывать краской. Берем кисточку, если у нас есть пошире, то берем эту. Лучше всего подойдет для заливки неба. Вы заливаете просто водой, я заливаю слегка подкрашенной водичкой, чтобы вы видели, как я начинаю закрашивать. Мы заходим на наши маленькие елочки, оставляя вот такой след для Млечного пути. Также мы заходим и на большую елочку, чуть-чуть. Все хорошенько покрываем водой. Теперь я беру краску, я беру фиолетовую светлую и могу добавить немного карминовую. Если у вас нет таких цветов, как у меня, то просто берите какую-нибудь фиолетовую краску и накладывайте ее вот такими вот кусками. Да, просто тыкающим движением, и за счет того, что у нас водичка, краска сама расползается. Заходим также на елочку, прокрашиваем все хорошенько. И долго не возимся с этим, потому что у нас акварель и она сохнет. Поэтому сразу же берем и накладываем голубую и темно-фиолетовую наверху. Чем выше, тем темнее. Поэтому наверху можем сразу накладывать такие прям пигменты краски, не сильно ее разбавляя. Чем к низу, тем прозрачнее. Поэтому мы накладываем такими кусками краски, чтобы она между собой перетекала. Если краска не перетекает, помогаем ей водичкой. Соединяем ее водой между собой. И вот такой вот у нас просвет остается в любом случае. Мы можем, например, кисточкой провести для того, чтобы его подчеркнуть. И просто накладываем наши пятна.
Давайте возьмем светло-фиолетовую краску и сейчас разделим наши планы. Сначала сделаем холмик сзади, вот таким вот светло-фиолетовым. Полностью прокрашивать не нужно, сильно фиолетовый делать тоже не нужно. Просто слегка наметить какой-то там снежок. Вот. И давайте сделаем тень под елкой. Берем светло, разводим прям почти водичкой, берем синюю краску и делаем вот такую тень и другой холмик у елочки. Пускай краска перетекает одна в другую и взаимодействует между собой. Если у вас сильно закрасилась серединка, возьмите салфетку и промокните. Смотрите, как здорово сразу же появится у вас вот здесь вот Млечный Путь. Если у вас отпечаталась текстура салфетки, просто можно водичкой пройтись и острые какие-то углы растушевать. После того, как мы закончили везде добавлять цвет, уже остановились на этом, мы должны подождать, пока наш лист подсохнет, либо посушить его. Пример феном. После того, как у нас все подсохло, я беру зеленую темную или любой другой зеленый цвет и смешиваю с голубой, которую использовала в небе. И начинаю внизу вот такими вот полосочками делать наши веточки. Именно под опушкой. Просто создаю вот такие вот черточки, напоминающие иголочки. Их не совсем однородными, какие-то посветлее, полупрозрачные, какие-то более темные. Потом мы еще раз пройдемся, так что можно добавлять больше полупрозрачного, можно добавить там каких-нибудь оттенков, например, желтенького немного. После того, как мы все закрасили, берем потемнее пигмент, берем, смешиваем зеленую темную с голубой, и у нас получается вот такой темный оттенок. И именно проходимся под опушкой, как бы выделяя ее. Там же у нас тень под снегом, поэтому там вот и прокрашиваем все.
Берем фиолетовый, светло-фиолетовую краску и сильно разводим ее водичкой, чтобы она была полупрозрачная, для того, чтобы сейчас показать тень на снегу. Все-таки снег у нас не полностью белый, а имеет какую-то тень, поэтому мы ее сейчас будем показывать. Тень делаем внизу, сверху у нас падает свет. Проходимся по низу, просто повторяя форму нашего вот этого снегового кома. Теперь берем белую краску, гуашь или акрил, и будем прокрашивать наш снег. Когда мы закрашивали небо, мы немного закрасили и снег на елке. Он кое-где у нас должен быть все-таки белый, а это сверху. Поэтому мы отделяем нашу елочку и наш снег от неба и проходимся там, где мы закрасили. Теперь нам осталось закрасить только елочки на заднем плане. Мы их закрашиваем фиолетовым и можно смешать еще немножко зеленого. Чем они разнообразнее сзади будут, тем интересней. Закрашиваем их точно так же, как мы рисовали и линером. То есть ведем линию такую зигзаг. Там они на заднем фоне, их не видно, поэтому полупрозрачно рисуем. Особо детали не будем прорисовывать, просто наметим их. Но еще можно поработать над передним планом. Сзади мы уже все сделали, наметили наши елочки. И давайте возьмем голубую краску, сильно ее разведем водичкой и отделим ее от нашего задника. Сделаем чуть поконтрастнее. Под елочкой тень и отделим наш холмик. Ну, можно еще добавить на передний план пару таких вот линий. Полностью закрашивать не будем. А теперь мой любимый момент. Берем белую краску, разводим ее с водичкой до состояния жидкой сметанки, набираем на кисточку и начинаем стучать, создавая тем самым брызги. Если мы где-то ляпнули, то ничего страшного. Все это можно растушевать и убрать. Или можно, например, вручную поставить. Вот смотрите, я специально ляпнула для того, чтобы вы посмотрели, что ничего страшного такое бывает. Просто берем, чистим кисточку, набираем водичку, можно даже салфетку убрать, у нас все высохло. И просто растушевываем. Так как это белая краска, она наоборот создает такие интересные эффекты, как будто там какой-то Млечный Путь или облачко. Все это поправимо и легко убираемо. Но все же я люблю создавать точки вручную, так более контролируемый процесс происходит. Можно еще сделать это кисточкой, более толстые точки, и обязательно поставьте на елочке, потому что на нее падает снежок.
Ну все, наш скетч готов.